Таким людям, как Константин Федотов, каждый из нас обязан жизнью. Ветеран Великой Отечественной войны, патриот с большой буквы, не жалел себя ни в военное, ни в мирное время. Фронтовой разведчик, участник парада Победы на Красной площади. Более 40 лет военной службы. Каждый день Константина Сергеевича расписан по минутам до сих пор. Общается с подрастающим поколением в школах и детских садах. Ведет активную патриотическую работу. Исключительно добросовестный, честный, порядочный человек, грамотный собеседник, активно выступает, выступает интересно, с юмором человек с большим. Поэтому эта кандидатура достойнейшая. Федотов Константин Сергеевич достоин вот этого звания. Почему? Он себя показал самым активным участником Великой Отечественной войны и был в разведке. Очень опасная, трудная задача решали. За это он имеет 2 ордена славы, заслужил их. В Одинцовском центре эстетического воспитания обсудили предложение о присвоении Константину Сергеевичу Федотову звания «Почетный гражданин» Одинцовского округа. Впрочем, вопрос, давать это звание ветерану или нет, не стоял. Скорее, мы обязаны это сделать, говорят жители. Пока еще есть время. Мы немного, конечно, во всем этом отстаем. И годы и дни неумолимо идут для наших дорогих ветеранов в лице вот Константина Сергеевича, нашего жителя, и ветеранов Великой Отечественной войны. Они с каждым днем становятся старше, к сожалению, уходят. И много времени на самом деле упущено. То, что мы сегодня будем принимать решение, заседать, это очень важно, потому что Константин Сергеевич в строю среди нас. И именно чествование ветерана Великой Отечественной войны, который все сделал для того, чтобы мы сегодня с вами могли спокойно разговаривать и просто жить. Вот пришло время, как говорится, ответить уже нам своими делами. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Одинцовского округа» ветерану Великой Отечественной войны Константину Сергеевичу Федотову было принято единогласно. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».